Добрый день, шановные! Со святом вас, великим святом! Сегодня день Святой Троицы, одного из самых важнейших святов православных людей. В этот день люди называют еще Сёмухой або Пятидесятницей, бо отбывается и святкуется оно на 50-й день после Великодня. У гонор триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. У церкви отбывается одно из урочистых служб. У этот день традиционно важно упривожить жилье веточками для розы, столько что распустившихся листочками, как символ життя и росквіту. На Троицу люди завсёды забавлялись гульнями, упригожванням куста. Одну з дівчат упригожували веточками для розы, клёна альбо дуба и водили вокруг её карагод. Люди в этот день ладили кірмаш, частовали людей крашеными в зеленый колер яйками, кумовалися, упригоживали основные зоны хаты веточками березы, над уваходом, каля святых образов, у кожного окенца и подтекали под столь. Так само робили букет з веточек березы, клену альбо дуба, які заховувалися у хаті та купалі і спалювалися на вогнищі у купальську ніч. Завершалося гэтае свято традиційно застольем і танцями. І сьогодні ми пропонуємо вам один з основних обрядів, обрядів очищення від злих духів, який називається «Бачення куста». Запрошаємо! Калі ласка! Дівчата, ось і Сёмуха прийшла. Тепер будемо святкувати і куста упригожувати. Колбасы
хвалили. Дякую, дороженькие, что вы нас ушановали. А еще я хочу, как мою скотинку ушановали. Как вы на это глядите? Так-так, пойдем ушануем. Хай будет за всеми здоровье той силы, хай доля будет ласкава и щира, хай мир и сгода будет у хати. Жадаем сердечно мы каждому счастья.